Что такое нейромаркеры? Оказывается, мозг человека содержит более 100 миллиардов нейронов. Что делают нейроны? Обрабатывают информацию и передают ее друг другу с помощью электрических импульсов. Сигналы эти передаются между нейронами через синапсисы и связываются в нейронные сети, которых миллионы километров суммарная длина всех проводов нейронов. И в нашем мозге есть места нейронной активности, появляющиеся при условиях определенных. Пример активности таких – спорт, сон, секс, сладкое, поцелуй, голод, шопинг, конфликт, то есть любое взаимодействие с внешним миром. Как ученые изучают их? Снимают электроэнцефалограмму и смотрят, какие участки мозга отреагировали на ту или иную ситуацию. Наблюдения эти производят по 52 точкам. 26 слева и 26 справа. За 100 лет исследований у ученых появился атлас нейронной сети с набором определенных маркеров. Так вот, в 60-е годы американские ученые обнаружили маркер P300, который активируется за счет концентрации внимания и медитации. А мы в нашей исследовательской лаборатории знаем, что до P300 возникает маркер N200. В ответ на ощущение новизны, то есть любая свежая информация, в том числе реклама и новости. А после возникает N400, как страстное желание иметь. Но есть одно досадное обстоятельство, а именно – то маркеры-то известны, но непонятно, что заставляет их активизироваться. В планы нашего эксперимента входит найти тот механизм, который включает эти маркеры. Оказывается, что с 60-х годов 20-го столетия и по сей день это невозможным считается. Почему? Да потому что у человека очень широк спектр восприятия. Да-да, очень широк. Пример тому – вкус, запах, свет, слух, кинестетика. И вот ученого одного, ведущего исследования в нашей лаборатории, Кузнецова Андрея Евгеньевича, во время экспериментов на звукогенераторе внезапно озаряет одна идея. Как достучаться прямо в мозг? Найти желанный ключ к разгадке тайны и открыть причины активации данных маркеров.
звук. Эврика. Да, это звук. Да, звук причина. Вначале было слово. И слово это...